Украинские СМИ со ссылкой на немецкое издание Bild сообщили, что из-за безрезультатных переговоров с сепаратистами в Славянске об освобождении четверых захваченных немецких граждан в боевую готовность приведен элитный отряд КСК спецназа Германии. Вероятно, немецкие власти рассматривают вариант проведения спецоперации для освобождения заложников. Немецкому спецподразделению необходимо всего несколько часов, чтобы прибыть в Украину из территории, контролируемой украинскими властями, начать проведение операции по освобождению, пишет Bild. Как известно, в заложниках у украинских радикалов находятся четверо немцев, которые ко всему являются военными.